А снег идет, ребята. А снег идет. Ой, что-то видимость плохая. Что-то мне камера запотела. Вот вчера Дима ночью чистил двор. За ночь опять. Снег идет. Вон. Видите, вон, видите? Буран. У нас уже третьи сутки буран. Да. Вот такая у нас зима. Зима снежная. Летом дождей у нас нет, зато зимой у нас снега всегда вдоволь. Что очень хорошо. Настоящая зима должна быть снежная. Видите, леса не видно. Ой, а я золу вытащила, вон ведро стоит золой. Уже затопила печку. Мои еще спят, выходной. А я уже с утра печечку затопила. Вышла вам показать погодку нашу зимнюю. И пойду готовить завтрак. Все, ребятки, давайте. Еще увидимся. Ребята, завтрак отсела. Пока мои спят, я уже все дела переделала и буду завтракать. Ну, а потом буду кормить семью, когда они проснутся. На завтрак у меня яичница, сарделька, огурчики, черный хлебушек, маслица, цикорий с молоком. А время уже, ребята, 11 часов. Вот такой у меня поздний завтрак, выходной. Сначала я все дела переделаю, а потом сажусь завтракать. Вот. Так что всем только уже приятного аппетита. Буду кушать, уже голодная, ужас. Так, ребята, готовлю на обед жаркое. Вот такое жаркое у меня будет с мяском, с картошечкой, с морковочкой, со специями разными. Так что вот такой вот я готовлю сегодня обед. Ребята, снег. Видите? Чтобы вам было видно, я камеру направила. Дима рядом чистит. Вот. Что, ребятки, такая погода. Третьи сутки уже буран, ну, по прогнозу, уже на этой неделе снега не должно быть. Должна быть погода солнечная и морозная. Поэтому немножечко будет для Димы отдых. Потому что, ну, это тяжело чистить его от снега каждый день, еще и после работы, когда на работе стоит, это тяжело. Ну, деваться некуда. И снег во дворе оставлять нельзя, надо убирать. Потому что весной будет потоп. Поэтому надо еще куда-то его девать, не просто так чистить, и с умом, чтобы весной поменьше было во дворе луж. Такая погода. Подышу хоть, подышу. Подышу. Сейчас у нас получается 8 час вечера. Сегодня выходной. Вот. Устала. Честно сказать, в последнее время стала очень сильно уставать. Либо сказывается возраст, либо сказывается накопившаяся усталость. Не хватает времени на отдых, потому что те дела, которые я делаю, их делать необходимо. Это важные дела для нашей, так скажем, жизни деть. Меня не видно, да? Ну, ничего страшного. Так, ребят, хочу вам показать. Все одно и то же, ребята. Что я могу показать? Я вам только одно и то же могу показать. Вот так мы живем. Вот так мы живем в деревне. Тут. Посмотрите, какие уже у нас сугробы на огороде. Видите, какой высоты? Вот. Буквально за последние 2 дня вот такие сугробы на огороде выросли. Потому что снег идет без остановки. И днем, и ночью. Круглосуточно. Вот видите, уже домик наш до самого окна засыпало. Вот, видите. С одной стороны, хорошо, когда дом весь, фундамент весь снегом засыпан. Он как бы холод. Проникновение мороза в дом задерживает. Это как тепло, как защита, как одеяло для дома. Туннели. У нас, ребята, туннели. Туннели. На огород специально снег закидываем, я уже говорила, потому что для огорода весной, чтобы сажать, нужно много-много влаги. Вот как раз снег и будет той самой влагой. Когда мы потом будем сажать, земля будет хорошо увлажнена. Только что поужинали. Готовила сегодня вкусное жаркое. Ой, ура. С ветром, когда снег с ветром, холодно. Мороза-то сильного нет. Градусов 12. Ветер, ветер. Прям
еще наметет, до утра еще наметет. Чтобы каждый раз поменьше было убирать, надо убирать сразу снег. Такие, ребятки, дела. Ну что, мои хорошие, погуляли с вами, показала вам нашу ночную съемку. Пойдем дальше, домой пойду. Пойду домой дальше работать. Надо после ужина посуду помыть. Затем буду монтировать следующее видео, которое у меня отснято. Еще стоит в очереди. Днем мне это некогда делать, поэтому делаю по ночам, по вечерам. Так и живем, ребятки. Вот видите, какой ветер. Все, ребятки, пошла я в дом. Замерзла. Подышала хоть немножко воздухом. Всем большое спасибо, что были сегодня со мной. Кто нашел минутку заглянуть на мой канал. Вот на себя камеру повернула. Всем большое спасибо, кто нашел минутку и находит время смотреть мои видео. Я вам говорю всем большое спасибо, друзья. И пишите свои комментарии, пишите свои мнения, давайте нам свои советы. Я внимательно читаю комментарии и очень-очень их жду. Благодарю вас всех. Ребятки, если вам нравятся интересны мои видео о жизни, о реальной жизни, пожалуйста, не забывайте после просмотра моих видео ставить лайк. Обязательно. Для меня это очень важно. Это важно для продвижения моего канала, в который я вкладываю душу, силы, из-за которого я переживаю, часто расстраиваюсь. Для меня это важно. Это мое вот такое маленькое дело, которое я создала сама. Сама, своими мозгами, своими руками, без чьей-либо помощи. Поэтому посмотрели видео. Если вам интересно, если вам понравилось, поставьте лайк. Вам мелочь, а мне это очень-очень важно. И всем, кто первый раз зашел на мой канал, ребятки, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Алена Терешкова. Канал о реальной жизни простых людей в деревне Северного Казахстана. Пока-пока, мои дорогие. До новых встреч в следующем видео.
100, моя дорогая, 100. Гуляй, гуляй. Гуляй, гуляй. Выпустили собачку, а то сидит заперти. Пусть побегает, побегает. Сидеть тоже много вредно на одном месте. Заперти, да, кукла? Бегай, бегай по двору, охраняй. Погода сегодня более-менее, ребята. Нормальная такая зимняя погода, какая должна быть. Мороз, вообще мороз маленький. Блин, всего лишь 8 градусов, ребята, посмотрела на градусник. 8 градусов, ветра особо нет, солнышко вон даже светит. Все снимаю уже ночью. Наконец-то выбрала минуту. Вышла во двор днем. Сейчас вот обед, даже после обеда. Вот хочу вам показать, мои дорогие, вот сколько у нас снега сейчас во дворе, да? Сколько? Причем при всем вот эту территорию Дима полностью каждую ночь счищает. Счищает прям до нуля. Вот это вот то, что, ну, ту дорожку он прочистил, потому что мы там уголь берем. Вот это за ночь выпало. Вот где. Это он сегодня ночью будет опять чистить. Вот, дорожки только успел утром почистить перед работой. Вот, вот это вот за эти несколько дней, сколько навалило снега, видите, ребятки? Вот, на огород кидают, чтобы была влага. Это я, моя тень. Вот, вот видите, какие сугробы. Практически мне по грудь. По грудь. Вот такие у нас туннели. Туннели вот тут, видите, ребятки. Вот, видите, как занесло стена. Ну, в этом сарайчике у нас дрова. Вот стену как снегом занесло. Потому что практически неделю последнюю у нас был без остановки. Снег валил большими хлопьями. Бураны были. Просто вообще нереальные бураны были. О, бегает. Правильно. Бегай, бегай. Это лучше, чем сидеть. А то мама закрыла куклу в сарайчике. Боится, что ей холодно. Ну, ночью понятно. Ну, днем сейчас солнышко. Ветра нет. Сильного мороза нет. Пусть побегает. Бегать надо. Бегать, прыгать. Это даже теплее. Ну что, вот такая вот у нас погода, вот такая обстановка. За ворота не пойду, там показывать нечего на улице, тишина. Вот, топится печечка, ребята, вот дым. Затопила я, кочегарю, уборку сделала, варится у меня обед. А мама наша занимается хворостом. Замесила тесто и будет печь хворост. Дмитрий Александрович любит хворост, заказал хворост. Так что работа у нас распределена. Видите, какие сугробы, сирень. Все, пошла домой, показала, отчиталась вам, мои дорогие. Пишите в комментариях, какая у вас зима, какая у вас погода, много ли снега, сильные ли морозы. Пишите, я очень жду ваши комментарии. Смотрите мои видео, с удовольствием снимаю для вас реально. Снимаю искренне, с душой, от сердца. Вот такая наша простая деревенская жизнь, которая требует постоянной и бесконечной работы, ребята. Вот такой хворост печет наша мама. Мама печет, дала мне пробу снимать, я пью чаек. Вот такой красивый, хрустящий, рассыпчатый хворост. Девочки, вот такой хрустящий, хрустящий. Слышите, как я хрущу? Тает во рту. Обалденный хворост. Вкуснота, ребята. Вот такую красоту, ребятки, напекла нам сегодня мама. Так что вот такие лакомства, хрустящие, тающие во рту хворост. Самый настоящий рецепт хвороста. Рецепт еще, который в советские времена был, настоящий хворост делает наша мама. Именно вот такой рецепт. Хрустящий, тающий во рту, нежнейший, обалденный. Да, это любимая выпечка моего мужа. Так что вот такие дела. Пеките такой хворост. У меня на канале уже есть рецепт, где мама пекла хворост. И я там, кстати, в описании писала рецепт. Кому интересно, можете посмотреть. Такая вкуснятина. Сегодня Дмитрий Александрович придет с работы и будет в восторге, потому что он просто обожает хворост. Вот такой вот красивый лес у нас. В снегу смотрится просто великолепно. Как будто это сказочный лес.
Вот такой у нас вид из окна и со двора. Девчонки, не знаю, вот именно сосновый лес в снегу, это, конечно, зрелище обалденное. Я вот с кухни в окно смотрю и прям не могу налюбоваться, как это красиво. А когда вообще сыпятся пушистые снежинки, так вообще обалденно. Это вам не березки снегу, это покруче. Спит красоточка наша, спит. Разлеглась тут, да? Это вся твоя кровать, да? Тепло, хорошо, да? Мотя, это наша Мотя. Наша выбражуля Матильда. Наша выбражуля Матильда. Она так любит выбражать, лежать, да, Матильда? Ты любишь выбражать, да? Мотька, а? Мотя. Ты выбражуля? Ты выбражуля. Ой, 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 какая. Ой, что такое? Что такое? Что такое? Выбражуля, выбражуля. Ну и сходим с вами на улицу. Ой, открыть не могу. О, кто тут пришел? А? Кто тут пришел? Ты же уже сегодня приходил, кушал. Ну, заходи. Айдай. Заходи. Ну, заходи. Ну, с Барбос. Ну, что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Ну, что такое, мой мальчик? Кто? Еще хочешь кушать? Сейчас. Сейчас, сейчас. Ой, сейчас, ребята. Покажу вам погодку, как выглядит улица. Видите, сколько снега? Дима тут по сторонам раскидывает. Вот так вот очистил Дима площадку перед домом. Видите, снега много. Такая погода. Ой, чудо. Тепло вообще. Обалдеть. Сегодня чистили трактор. Вот тут дорогу на нашу улицу, видите, прочищена. Хоть людям легче будет ходить, а машинам ездить. Вот. Такая погодка. Вот такая вот. Вот такой участок. Дима тут ночью вчера чистил. Это все кидал. Зашел, бедные руки болели. Ну пошли. Заходи, я тебя покормлю. Я домой захожу. Айда. Барбос, айда. Айда. Ну что ты хочешь? Ну что ты там сел? Айда. Своенравный пес. И хочет, и не хочет. Хочешь, чтобы тебе вынесли туда? Да? Ах ты. Псина ты такая. Вот так мы и живем, ребята. Спокойно, тихо, по-деревенски. Не скажу, что без забот, без хлопот, без проблем. Это, конечно же, не так. И проблемы есть, и забот много. А хлопот такой уж не в проворот. Ну ничего, потихоньку работаем, делаем всю работу. Как и полагается, Дмитрий Александрович работает, зарабатывает деньги. Я создаю уют, топлю печку, готовлю кушать, стираю, убираю, встречаю мужа, кормлю. Так и живем потихоньку. Жить можно, ребята, жить можно. В деревне хорошо, спокойно, нету суеты. Это меня радует. Воздух свежий, шикарный.
Казахстане, в Казахстане мне нравится жить. Это моя родина. Здесь очень гостеприимный и доброжелательный народ. Это я могу сказать с уверенностью. Завтра у нас будет баня, завтра будем топить баньку. Ну все, пошла домой. Мне ж там жарится. Я ж плов готовлю, ребята. Я тут с вами болтаю. Да, кукла? Вот такое, ребята, напекла домашнего печенья. Песочное, такое рассыпчатое, очень вкусное печенье к чаю. Так что кушаем все свое, кушаем все домашнее. Готовим и печем все сами. В магазине не покупаем. Вот такое, видите, оно какое. Вот такое, просто прелесть, а не печенье. Очень вкусное. Ну вот, мои дорогие, ужин готов. Хозяин уже пришел с работы, умывается. Сейчас будет ужинать. Вот такой я приготовила плов. Плов с курицей. Самый простой, но зато очень вкусный. А огурчики наши домашние, конечно же, обязательно горчичка. И к чаю домашнее печенье. Вот такой у нас будет вкусненький, простой деревенский ужин, ребятки. Хозяина накормили, теперь пора и печку, ребята, топить, чтобы ночью было тепленько, уютненько, и утром, когда проснемся, чтобы дома было тепло. Вот растапливаю на ночь печку. Вот так подошел к концу мой еще один очередной деревенский день в моей жизни, в нашей жизни, в жизни нашей деревенской семьи. Горит огонек, разжигаются дрова, уже высыпала уголек. Сейчас дрова разгорятся и заполыхает печечка. Ой, ребята, погода сегодня чудесная. Чудесная, расчудесная, солнечно. Просто даже глаз открыть не могу. Не знаю, видно, солнечно, тихо, не ветринки, тепло. Видите, снег. Вчера Дима опять ночью в очередной раз чистил двор. Пришел весь уже в первом часу ночи, уже домой зашел, чистил двор. У нас же все бураны, бураны, снегопады. Это несколько дней тишина. Вот. Так что вышла днем. Выбрала минутку, а то все ночью вам показывали. Все некогда. Так что вышла днем. У нас 0 градусов. Вчера было 25, позавчера было 23. Сегодня 0 градусов. Такая красота, ребятки. Просто супер. Вот я вам хочу показать. Видите, сколько снега? Вот. На огороде. Какие сугробы. Днем. Вот вам покажу днем, чтобы вы видели, сколько у нас снега. Такая вот погодка, хорошая просто, не надышаться свежим воздухом. Воздух шикарный, шикарный воздух. Видите, какие сугробы. Сарай весь замело. Ну, там у нас не сарай, там у нас в этом в старом сарайчике, там дрова. Вот эту заднюю стену, видите, как замело, сколько снега. Вот. А в том сарайчике у нас кукла живет, он более теплый. Вот такая вот погодка. Видите, сколько? Какие сугробы на огороде. Мощнейшие. О, мяукает. Кто-то мяукает у нас. Кто там у нас? Как всегда, Глаша. Глаша, которая не сидит дома. Давай спускайся, которая любит везде ходить, везде все исследовать. Охотиться любит. Она сама по себе. Все компании, а Глаша сама по себе, да? Спускайся. Пошли домой. Вот где ты была? Я всех кормила вкусненькими шкурочками от курицы. А ты где-то была, тебя не было. Глаша, пошли домой. Вот такая расчудесная погодка, ребята. Вот такая расчудесная погодка. Хорошо, печку я...
Мама решила двор подмести от снега. Дмитрий Александрович его чистит. А мама? Что чистить? Мама взяла метлу да подмела. И нефиг делать вам. Вот где женщина работает. Не то, что я сижу в доме. На свежем воздухе. Даня уже готова? У нас сегодня тепло. Наташа Островская сказала, что у них минус 32. Я говорю, у нас тепло. Вчера 0, сегодня утром вообще меньше 20 было там. А сегодня привезли нам дрова. Дмитрий Александрович сказал, надо подстраховаться. Все-таки в этом году мы баню топим, дров уходит больше. И вот еще немного заказал дров. 2 куба нам привезли. Такие они зимой замороженные в снегу. Теперь Дмитрию Александровичу это все надо перетаскать сарайчик и перерубить. Вот такая вот наша деревенская жизнь. Мужикам в деревне отдыхать некогда. Работать, работать. И на работе работать, и дома работать. Ну, я, мои дорогие, направляюсь в баньку. Банька накоплена, моя семья уже помылась, всех накормила. Теперь иду я. Все, пошла мыться и расслабляться, немножко отдыхать, тоже устала. Все, уже скоро вечер, видите, солнышко садится. Так что всем большое спасибо, что были сегодня с нами в нашем деревенском домике и в нашем деревенском дворике. Ой, ну ничего себе ты работаешь. За 10 минут всю кучу перетащил. Ой, ты мой золотой работяга. Вот так вот, ребятки, Дмитрий Александрович работает. Все, перенес все дровишки, все пенечки. Они не легкие, тяжеленькие. Все уже темнеет. Ночь уже приближается. Такие вот дела.